есть ли жизнь на Марсе? Но не знаю, я разбил там небольшое поселение с расходниками, посмотрим, что там за жизнь. Говорят, что на Марсе практически нет кислорода в воздухе, и давление ниже, чем на Земле. То есть без скафандров никак. А что быстрее, задохнешься от удушья и разорвет от давления? Хэзэ не успел понять, но было стрёмно. Как и на Земле, на Марсе есть времена года. Средняя температура около минус 60 градусов по Цельсию. Но бывает и тепло, летом плюс 30. Хотя вот ночи по-любому прохладные до минус 50. Смотри, как белье сохнет в сухом воздухе, а? Красота! Так, а это что, блин, колодец? Вы что, серьезно? Тут же до воды 1,5 километра. Если учесть, что за один поворот веревки наматывается примерно метр, то вертеть ворот придется около часа. Ну работаем, работаем, бездельники! Ветер и пыль тут дело обычное. И не говорите мне, что в сутках всего 24 часа. Марс вращается вокруг своей оси с такой скоростью, что сутки получаются 24 часа, 37 минут и 22 с копейками секунды. Чтобы не путать земные сутки с марсианскими, на Марсе сутки прозвали Sol. Длительность года на Марсе длиннее, чем на Земле, и разница почти в 322 дня. Получается, что если тебе 10 лет на Марсе, то это примерно 18 лет на Земле. То есть ты уже совершеннолетний, и тебе все можно. Опять они дурака валяют. Вы что, блин, снег не видели, а? Снег на Марсе означает только одно. Там сейчас пипец колотун. Образование снега происходит от кристаллизации углекислого газа в атмосфере Марса. А это при минус 125 градусах. Ну раз тут в воздухе 95% углекислого и парникового газа, грех не заняться выращиванием урожая в теплицах. Так, это что такое? Я не понял. Ну-ка, кыш отсюда. Куда поехал-то? Молодь, а? Хьюстон, у вас проблема. Ваш марсоход разрушил мой сарай, поэтому мы его разобрали на запчасти, я думаю, это справедливо. Да, и кончайте мусорить, кто будет убирать весь ваш металлолом с планеты. Мы на это не подписывались. А вот вы давайте подписывайтесь.